Роман, вижу, ты меня совсем забыл. Совсем перестал звонить своему другу Хавьеру Фрейре. Пока. Алло, Роман, уже 11, а я торчу здесь и жду тебя. Ты забыл, что пригласил меня на ужин? Мне это уже надоело. Не звони мне больше никогда. Роман! Роман! Эй, парень, ответь на мои звонки. Это Хавьер. Роман, я вижу, ты меня совсем забыл. Я звоню тебе уже третий раз, а ты мне еще не перезвонил. Это Хавьер, позвони мне. Пока. Роман, это твой старый знакомый. Я все время звоню тебе, но слышу только дурацкий автоответчик. Ты, наверное, работаешь до упаду. Ладно, береги себя и радуйся жизни. Пока. Алло. Что? Нет, скажи им, пусть ждут и ничего не предпринимают. Нет, ждать и ничего не делать. Я буду через минуту. Они неуправляемы. Надо с ними поговорить, иначе они убьют его. Я знаю, но это невозможно. Отпустите его. Я согласна с тем, что вы просите. Отпустите его. От этого будет только хуже. Мы их не остановим. Они будут действовать. Начнется резня. Отпустите его. Отпустите его. Держитесь подальше, доктор. Ситуация вышла из-под контроля. Я сеньор Пухадес, государственный прокурор, и я говорю вам, что вы добавляете новые обвинения в ваши разбухшие дела. Мы устроим вам невыносимую жизнь. Никаких досрочных освобождений, никаких посещений. Я не позволю, чтобы пара каких-то паршивых овец завладела всей больницей. Пойдем, действуем. Стойте! Стойте, остановитесь! Назад! Назад! Я судья Альяго! Назад! Назад! Ваша честь, комендант отдал приказ. Здесь только я отдаю приказы, я за них отвечаю. Только я. Вы подрываете мой авторитет, не только мой, но и коменданта. Что вы делаете? Назад! Скажи своему судье, что подавить мятеж, лежа в постели, невозможно. Назад! Что случилось, Мора? Они хотят таких же прав, что и у других пациентов. Они забыли, что они заключенные. И они взбунтовались. Они взяли в заложники полицейского. Вы же приковали их к кроватям, такого еще не было. Вы приковали их, да или нет? Они пачкают стены своей кровью. Поздравляю, у нас были просто грязные стены, а теперь мы имеем бунт. Назад. Спокойно, спокойно. Спокойно, я выслушаю вас. Я всех выслушаю, хорошо? Только по одному. Я войду.
Я войду, и вы отпустите полицейского. Вас не накажут. Я вам это гарантирую. Стойте. Я все здесь контролирую. Стойте. Вы меня знаете. Некоторые из вас знают, кто я. Я выслушаю ваши жалобы. Отпустите заложника. Скажите ему, что он может идти. Подождите, я войду, а заложник выйдет. Вам не нужны заложники. Вам нужно решить проблему. Слушайте, никто не собирается вас приковывать. Стойте! Никто не нарушит ваши права. Освободите выход. Это приказ судьи. Налево. Марш! Раз, два. Откройте дверь, пожалуйста. Мы находимся в муниципальной больнице, где несколько заключенных подняли мятеж. Это продолжается уже несколько часов. Ситуация выходит из-под контроля. Возник пожар. О раненых, убитых, а возможно, и заложниках ничего не сообщается. Мы видим, что на место уже прибыли представители властей. Заключенные захватили одно крыло здания. Судья Альяга хочет установить контакт с бунтовщиками. Будем сообщать о дальнейших событиях. Простите, судья Альяга, будут ли они наказаны? Нет, они не будут наказаны. Никто не будет наказан, так что повторных бунтов не будет. А что-то изменится в отношении отбывающих наказания пациентов? Очевидно, больница для заключенных будет восстановлена. Это было настоящее безумие. Простите, больше никаких комментариев. Да, он довольно жесткий человек, но он хороший судья. Он может быть хорошим для заключенных, больных СПИДом, но для меня... У него отвратительный характер. Я на пределе, мистер Фрейра. Я хочу перевести мои деньги в другое место. У меня несколько счетов за границей. Я сделал временный вклад. Я только хочу знать, что им известно о моих счетах. Узнать это будет довольно трудно. Вы же знаете, это секретная информация. Но вы же говорили, что судья ваш близкий друг. Да, мы с ним друзья, и именно потому, что не мешаем дружбу и дела. Такой человек судья Альяга. Я понимаю, почему все советовали нанять вас. За что я вам плачу? За что? Надеюсь, вы знаете, что делаете. Мне нужно знать все. Я хочу прочитать копию этих бумаг. Можно? Да, входи.
Спасибо. К вам пришел сеньор Фрейре. Хавьер? Он будет адвокатом? Нет, если бы мы помедлили хоть немного, началась бы бойня, я вас уверяю. Роман сходит с ума, когда-нибудь это плохо кончится. На его месте я бы позволил копам выбить из них дерьмо, а теперь они останутся в больнице и получат бесплатные лекарства. Входите. Больше славы, чем у национальной футбольной сборной. Как дела? А у тебя как? Я записал все твои интервью, все говорят, что ты невероятен, так что можешь стать суперзвездой, когда тебя уволят. Мне предложат сыграть графа Дракулу. Почему? Посмотри на эти круги под глазами. Ты герой, ничего не поделаешь. Ты будешь защищать Педро Линсинеса? Заткнись. Не увиливай. У него нашли 70 килограммов кокаина. Тебе не позавидуешь, у него судимости по всему миру, да? Знаешь, я не думаю, что у тебя что-то получится. Извини. Ты знаешь, кто-то пытался его убить. Мне пришлось перевести его в другое крыло, там была усилена охрана. Я знаю, его бывшие партнеры очень злы на него. Но Педро Линсинос занимался финансами картеля, но однажды он захотел иметь свой собственный бизнес и использовал общие деньги. Это я называю мексиканской дружбой. Он рассказал тебе? Я прочитал это в отчете Интерпола. Думаю, тебе нужно отказаться от этого дела, Хавьер. У меня есть доказательства. Защите здесь нечего делать. Кроме того, у тебя много других клиентов. Нет, но каждый обвиняемый имеет право на адвоката. Я же не идиот. Он отстегнул тебе хороший кусок. И этого хватит, чтобы угостить тебя обедом. У меня встреча, прямо сейчас. Что, свидание? Пока только деловой обед. Вы напечатали отчет, который просил судья Альяго? Да, доктор, проверьте, пожалуйста, и я отошлю ему. Я сама отдам его. Вернусь около 4. Хорошо. Пока, старик. Я вернусь около 4. Ладно, пока. Судья Альяго? Да. Приятно познакомиться. Я независимый журналист, занимаюсь исследованием СПИДа в тюрьмах. Я знаю, что вы очень заняты, но я бы хотела с вами встретиться. Количество больных СПИДом в тюрьмах резко возросло в последнее время, и поэтому... Простите, я, кажется, не вовремя. Привет, я как раз говорил о тебе. Мора Гарденос, доктор, отвечающий за это отделение. А вы? Андреа Мариани. Андреа журналист, она хочет задать мне пару вопросов, но я думаю, ты лучше на них ответишь. Если вы еще не обедали, я подумал... Я бы с удовольствием, но... Это отчет, который вы просили. Надеюсь, вы будете довольны. Увидимся позже. Простите, Мора. Мора, мы договорились пообедать. У меня срочная работа. Наверное, мое присутствие ее расстроило. Возможно, она что-то почувствовала. Мне не стоило принимать твое приглашение. Может, это хотя бы поможет тебе написать статью? Конечно. Теперь я смотрю на это гораздо шире. Ну вот и все на сегодня с работой. Выпьешь? Нет. Нет, я не хочу. У меня еще много работы. А что ты делаешь в свободное время? Ну, если у меня есть свободное время, я сплю. Твоя жена должна быть действительно счастлива с тобой. Нет, при такой работе нельзя иметь постоянную подругу. Такая большая жертва. А сколько платят судьи? Немногие знают об этом. Меньше, чем президенту,
И больше, чем многим другим. Прости. Да. Хорошо. Да, я скоро буду. Спасибо. Опять срочный вызов? К сожалению, я хотел еще выпить с тобой где-нибудь чашечку кофе, но придется это отложить. Но ты же освободишься? Доктор, как прошло с судьей? Хорошо. Я отдала ему отчет и надеюсь, он его изучит. Но разве вы не договаривались? Давай поговорим о чем-нибудь другом. Я вижу по паспорту Педро Ленсинаса, что он много раз был во Франции. Так что я думаю, у него там есть счет. Но мне нужно еще кое-что, совсем немного информации. Это срочно. Мне это надо закончить. Не волнуйтесь, Ваша честь. Человек, которому мы это поручили, специалист по отмыванию денег. Спасибо. Я еду в суд. Увидимся позже. Отвезти вас туда и подождать? Нет, я буду работать всю ночь. Да. Я, конечно, тебя прерываю. Кто это? Андреа Мариани. Помнишь меня? Я не ожидала застать тебя в такое время. Извини, что расстроил тебя, но я все еще здесь. Я хотела поблагодарить тебя за интервью. Очень пригодилось. Очень. Отлично. Дашь почитать, когда его напечатают? У меня только один вопрос. Какой? Ты когда-нибудь расслабляешься? Когда-нибудь делаешь перерыв, прежде чем вернуться к работе? На самом деле мне это нужно, но... Я имела в виду, ты получаешь от этого удовольствие? Ну, конечно, мне хотелось бы, но... Ты уверен, что хотелось бы? Или ты боишься, когда на тебе нет судейской мантии? Ты журналист или психолог? Нет, я просто размышляю. Ну ладно, не буду тебе мешать. Я просто хотела тебе позвонить и сделала это. Вот и все. Спасибо, что позвонила. Правда? Да, правда. Может, встретимся? Давай выберем время. Правда? Да, правда. Хорошо, тогда до скорого. До свидания, Андреа. Увидимся.
Как дела, хорошо? Хорошо, хорошо. Вот отчет, который вы просили. Хорошо, пойдем в кабинет. Надеюсь, отчет будет интересен. Я тоже надеюсь. Как дела? Простите, сеньор Пухадес, вы не поздоровались? Я не прощу ему того, что он сделал со мной в муниципальной больнице. Изображал героя, чтобы попасть в газеты и на телевидение. Бог мой! Не годится. Это совершенно не подходит. Арабских банков тысячи, и у них тысячи отделений по всему миру. Дай мне информацию, мне нужно все точно знать. Пожалуйста, покажи мне этого эксперта по отмыванию денег. Ваша честь, они открывают счета на имя партнеров, они используют подставных лиц. Великолепно, это ясно даже ребенку, раз или два посмотревшему фильм «Зло Майами». Мне нужно название банка, номер отделения и номер счета сеньора Ленсинаса. Андреа. 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 Привет. Это часть 55, и согласно части 26 я могу быть свободен. Да, но ваша проблема пункт 38. 38? Оружие, которое у вас нашли. Ладно, я не знаю. Сделайте, пожалуйста, все возможное. И это все? Да, у остальных свидания. Хорошо, пока.
Тебе надо поехать немедленно. Ты должна снять деньги со счета, пока судья их не нашел, ладно? Да. Ты его видела? Мой адвокат не должен это делать. Я встречалась с ним один раз. И? Ну, я предложила, но он не согласился. Он другой. Он какой-то... Какой? Скажи мне, какой? Педро, это не важно. У меня такое ощущение, что он просто не услышал мое предложение. Роман? Альяго. Роман Альяго. Да, я знаю, как зовут судью. Что случилось? Ничего. Андреа, что происходит? Ничего, оставь меня. Почему ты нервничаешь? Я не нервничаю, я просто... Это был напряженный момент. А потом? Ничего. Ты виделась с ним еще раз? Нет. Это было только один раз. Хорошо. Роман, Роман, подожди. Я хочу быть с тобой честной. Честной? Ты ведешь грязную игру. Чего ты хочешь от меня? Скажи, чего? Как далеко ты намерена зайти? Скажи мне. Нет, подожди, вначале было так, но потом... И как долго было это начало? А как ты думаешь? Я думаю, убил бы тебя, Андрея, вот что я думаю. Я люблю тебя, Роман, люблю. Сейчас я не лгу, клянусь, не лгу. Сегодня я скажу тебе правду, клянусь. Я уже знаю правду. Ты дрянь. Ты дрянь. Я все знал с самого начала. Я просил ее не делать этого. Что еще? Вы взрослые люди. Ты можешь подождать минуту? Ты это знал. Ты знал. Мой лучший друг знал это. Слушай, Роман, я думал, ты знаешь, кто она. Конечно, сначала ты не знал, но вы же с ней встречались не один раз, да? Странно, что ты ничего не сказал. Я надеюсь, мы останемся друзьями? Я очень на это надеюсь. Я не хочу заниматься этим делом. Я передам дело. И как ты это объяснишь? Что ты скажешь им? Скажешь, что ты любовник жены обвиняемого? Вокруг так много врагов, ведь правда? Это будет конец твоей карьере, старик. Подумай об этом и успокойся. Ты будешь гореть в аду? Они уже забрали твои денежки. Я убью ее. Я их обоих убью. Как дела, Мора? Ты навещаешь заключенных? Я навещаю тебя. Я думаю, нам надо кое-что прояснить, да? Ты уверен? Мора, я признаю, что я должен был тебе позвонить, я был неправ. Мне было нелегко в последнее время. Мне давно не было так плохо. Мне хочется поговорить с тобой. Увидеть тебя. Если вспомнить, что произошло, когда мы обедали в последний раз... Постой, Мора. Ведь это ты ушла от меня тогда. Ты просто исчезла и оставила меня в растерянности. Да, ты совершенно прав. Я вела себя глупо. Я думала, мы договорились пообедать вдвоем. А когда я пришла и увидела тебя с этой красоткой, ты флиртовал с ней. Я не хотела мешать вам. Если бы ты захотела выслушать меня,
Мы могли бы поужинать вместе сегодня вечером. Я сказал тебе это срочно. Но это невозможно, привести такого адвоката. Начальник тюрьмы должен это разрешить. Это черт знает что. Почему такая срочность? Я не понимаю. Вот почему такая срочность. Вот почему. Но эти фотографии можно подделать. Они наверняка не настоящие. Что это? Я подозревал. Она как-то странно говорила о судье. Я не ошибся. Она хочет запереть меня здесь. Она хочет, чтобы я горел в аду, пока они будут развлекаться, но я не позволю. Я оставлю ее без гроша. Я аннулирую доверенность. Я хочу, чтобы эти фотографии были опубликованы в газетах. Сеньор Ленсинос, успокойтесь, пожалуйста. Может, мы сможем заменить судью? Есть люди, с которыми можно договориться. Но забудьте, пожалуйста, об этих проклятых фотографиях, потому что это бесполезно. Я уверен, что не бесполезно. Я это знаю, знаю. Я хочу, чтобы все их увидели. Он никогда не отмоется. Я отомщу ему, я это сделаю. Но как он узнал? Кто послал ему фотографии? Его бывшие партнеры. Они хотят, чтобы он работал с ними. Я не могу этого вынести, я просто не могу. Хавьер, я должен отступить. Ты не можешь просто признаться, что у тебя роман с его женой. Мы должны придумать что-нибудь. Он был арестован здесь, а кокаин нашли в пригороде. Пусть они этим делом и занимаются. Отлично. Отлично. Он не может так поступить со мной. Это моя часть денег. Хотя бы потому, что я была с ним все эти месяцы, пока он сидел. Послушайте, сеньора, я вас предупредил. Вам это скажет и нотариус. Ваша доверенность уже недействительна. Понимаете? И кто получит деньги? Мерседес Ленсинес. Его сестра, которая живет в Венесуэле? Доверенность у меня, я должен отдать ее сегодня, так что я... Пожалуйста, не делайте этого. Пожалуйста, пусть она останется у вас. Нельзя допустить, чтобы доверенность попала к ней в руки. Она должна быть у меня? Сеньора, вы сами виноваты. Я говорил вам это и раньше, когда вы только встретились с Романом. Он не подкупен, нет смысла пытаться его совратить. Но я... Я влюбилась в Романа, а он думал, что я его обманываю. Но это неправда, я просто хотела быть с ним. Мне от него ничего не нужно было. Абсолютно ничего. И чего вы добились? Вы остались без гроша и сломали карьеру моего друга. Вот и все. Вот, Виктор. Это еще здесь? Мы еще вчера должны были отослать это. Я позвонил начальнику тюрьмы. Педро Ленсинеса еще не перевели. Но я приказал перевести его еще вчера. София, немедленно передай приказ начальнику тюрьмы. Я скажу ему лично, ваша честь. Хорошо, нужно надавить на него. Если он не захочет, я посажу его за невыполнение служебных обязанностей. Соедини меня с ним. Я позвонил ему от вашего имени. Мне сказали, что он в министерстве. Ваша честь, поручите это дело мне. Помните тот случай, когда я привел того информатора в окружной суд? Помните? Вы можете дать мне письменный приказ, тогда я возьму машину, вот и все. Это будешь ты с другим охранником и на другой машине. Хорошо, ваша честь. Что такое? Что происходит? Я нашел тебя, сволочь. Иди вперед. Ты дерьмо. Входи, входи. Побыстрее, вот так. Давай. В прошлый раз ты ушла, но теперь не выйдет. Я нашел тебя. Ты изменила свое личико, прическу. Ты все изменила. Теперь скажи мне, где деньги? Где деньги? Где деньги? Где деньги, говори. Я не знаю, клянусь, я не знаю. Не хочу ничего слышать, ты знаешь. Можешь говорить что угодно, я не поверю. Скажи, где деньги? И еще мне нужна доверенность твоего мужа. Нет, у меня нет доверенности, клянусь, у меня нет ее. Он все аннулировал. Он увидел фотографии, которые вы ему послали, я, да? Я не посылал фотографии.
Принеси мне что-нибудь поесть, и мы это быстро сделаем, ладно? Хорошо. Входите. Почему судья Альяго прислал вас так поздно? Это не он. Мы выполняем приказ суда округа Мерседес. Нет, 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 вам нельзя выходить. Но я не хочу, чтобы вы здесь отливали. Я проведу вас. Выходите, выходите. Ну, быстрее, быстрее, прошу вас. Так. Осторожнее. Я отведу его в туалет. Ты будешь снимать с него штанишки? Пойдем, пойдем. Спасибо. Что ты здесь делаешь? Что ты наделал? Этот мерзавец пытался убежать. Я хотела, чтобы ты был со мной, Роман. Давай уедем туда, где нет всей этой грязи, Роман. Нет, прекрати, Андреа, перестань. Я не знаю, кто ты и чего ты хочешь. Я вся перед тобой. Я та женщина, которая пришла к тебе сейчас, когда ты уже не занимаешься делом Педро Линсинеса. Я уже не его жена. Я люблю тебя. Подумай, только я и ты. Я не верю. Уходи, пожалуйста, уходи, я прошу тебя. Я не хочу тебя больше видеть. Алло. Да, Виктор, скажи мне. Я не понимаю, подожди. Ладно, ладно, постой, успокойся. Ему удалось бежать, да или нет? Что? Андреа! Андреа! Мора! 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 Здравствуйте. Я ищу Виктора Санчеса. Я судья Альяго. Я могу войти? Конечно, входите. Простите, я судья Альяго. Что случилось? Здесь все, ваша честь, как... Нет, скажи, что произошло? Ну, все шло гладко, все было отлично, пока этот человек не сказал мне, что он хочет в сортир, понимаете? Я ему поверил, снял наручники, вышел из машины. Но как ты мог? Как ты мог его упустить? Ты позволил ему уйти. Ваша честь, я не впервые перевожу заключенных, и он был так спокоен. Почему вы его убили? Ваша честь, так получилось. Почему он выстрелил? Скажи мне, почему он выстрелил? Но этот человек схватил дубинку и бросил в меня, а потом он побежал, я попытался выстрелить в него, я целился в ноги. Но что? Ты никогда не промахиваешься? Я знаю, было очень темно, ваша честь. Кроме того, я был в движении, я не мог стрелять. Ты не должен был стрелять, Виктор. А если бы он убежал?
Что было бы со мной, если бы он сбежал? Ты убил человека. Я за него отвечаю. Я доверил его тебе. Напиши мне. Напиши краткий отчет, я хочу знать, какого хрена ты это сделал. Напиши. Здравствуйте, Ваша честь. Что с вами случилось? Что случилось? Ничего, ничего. Что же будет дальше? Тело доставят в морг. Мы уже связывались с действующим судьей. Он поручил мне разобраться в показаниях Санчеса и решить, можно ли его отпустить. Виктор, если тебя отпустят, я буду ждать тебя в суде. Да, он был там. Когда он на вас напал? Он сказал, что ему надо в сортир. Знаю, ты уже говорил. Конечно, говорил. Я снял с него наручники, он упал на колени, схватил дубинку. Где дубина? Слушайте. Он бросил в меня дубину. Куда ты говоришь, он побежал? Туда. Он упал здесь? Он упал там, сеньор Пухадес. А то, о чем мы говорим, произошло здесь. А почему ты сразу стал стрелять? Он начал бежать, я выстрелил, а он не остановился. Я тоже побежал, я целился в ноги, но я двигался, и пуля попала выше, прямо в него. Ладно, я жду вас в моем офисе завтра, вас допросят. Не стоило вставать так рано. Но судья Алиага отвечал за этого заключенного, а я заинтересован во всем, что связано с судьей. Могу сразу сказать, что убитый был застрелен в упор, и он не бежал. Он стоял спиной к стрелявшему. Так его пристрелили. Спасибо, доктор, хорошая работа. Вскрытие будет завтра. Я буду некоторое время в суде. Вы дадите мне знать, когда придет сеньор Санчес. Я нашел это в личных вещах сеньора Линсиноса.